Привет, друзья! Мы все ежедневно совершаем какие-либо покупки, но часто не по выгодным ценам. Но это можно легко исправить. Начните пользоваться AliExpress. А что это такое, мы сейчас расскажем. Так что же такое AliExpress? Можно сказать, что это интернет-магазин, однако это будет не совсем так. Ведь чаще всего магазин предлагает определенный вид товара, например, одежду или электронику, и не продает их вместе. На AliExpress возможно все. Там продается множество товаров в десятках категорий. На AliExpress совершают покупки люди с многих стран и с разных континентов. И это неудивительно, ведь доставка товаров чаще всего осуществляется бесплатно. Наплыв покупателей из самых разных стран возможен потому, что магазин AliExpress находится в интернете по этому адресу. Главный офис AliExpress находится в Китае. Но помимо главного офиса, в некоторых городах также имеются представительства или так называемые пункты выдачи заказов AliExpress. Главное преимущество этих пунктов – это возможность сразу проверить товар. Про AliExpress узнают все больше людей. Ежедневно количество покупателей стремительно растет, так что в скором времени подобные пункты откроются во многих городах. Давайте перечислим плюсы и минусы AliExpress. Первый плюс AliExpress – это, конечно же, цены. Здесь можно купить действительно качественные товары по низким ценам. Второй плюс AliExpress – это огромный выбор товаров любого назначения. Если вы живете в небольшом городе, то, скорее всего, сталкивались с такой ситуацией, что нужной вещи просто нет на полках магазинов. AliExpress поможет решить эту проблему. А теперь поговорим о минусах AliExpress. Первый и самый главный минус – это время доставки. Если вы хотите здесь покупать, то вам придется набраться немало терпения. Средний срок доставки товаров – около 30 дней. Второй и последний минус AliExpress – это то, что нельзя примерить, пощупать и опробовать вещь до ее приобретения. Но это беда всех интернет-магазинов. Каждый продавец предоставляет описание своего товара, другие покупатели пишут свои отзывы. Читая это все, можно с легкостью выбрать то, что нужно. Что вы думаете о AliExpress? AliExpress мне очень нравится на самом деле. На сайте можно купить любую продукцию, которая нужна. Но единственный минус – это то, что товар доходит достаточно долго и приходится очень долго ждать.